Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители канала «Сады и цветы». Приглашаю вас прогуляться по моему саду и посмотреть, что цветет в конце апреля. Как я уже анонсировал в прошлый раз, полностью зацвел рододендрон Таурус. Это весьма и весьма сочного красного цвета рододендрон с очень обильным цветением. Зацвела и практически сразу отцвела джефферсония сомнительная. Очень она не обильно цветет в этом году, всего два цветочка. Но зато я заметил сеянцы. Она у меня посеялась за 7 лет в первый раз. Вот сеянцы джефферсонии сомнительной. А вот это сеянец джефферсонии двулистной. Вот он. Двулистная сеялась у меня и до этого. А это сама джефферсония двулистная прячется в зарослях уже отцветшей Хионодоксы Форбса Pink Giant. Вот видны ее бутоны. А внизу красиво сложные сероватые сейчас листья. Из луковичных продолжают цвести мускари, гиацинты, тюльпаны. Вот здесь вся нынешняя троица в сборе. Тюльпан, кажется, ментон, белый гиацинт и мускари широколистный. А эта красавица пушкиния уже потихонечку разрастается, но все никак не станет полянкой. Распустились первые цветки флокса шиловидного. Пока только начало. Скоро он будет весь голубой. Побеги пиона бордзелла растут не по дням, а по часам. А рядом уже просто огромная куртина дудника лекарственного. Вот такой он уже в апреле. Полметра высотой, а будет 2 метра. Огромное зонтичное красивое растение. Мускари армянский, анемона, нежная белая форма на пике цветения. А фиолетовая форма анемона нежной с пурпурными листьями уже отцветает. Цветет желтушник. В этот раз он у меня посеялся под забор. А пион Coral Charm уже готовится цвести. Вот такие огромные бутоны. Вылезли из земли побеги керенгешома. Вот такие они симпатичные по весне. Ну, в принципе, они симпатичные круглый год. Голубовато-синяя форма анемона нежной тоже уже начинает отцветать. Хорошо видны соплодия. Такие маленькие булавушки.
Баданы еще сохраняют зимний пурпур. При этом некоторые сорта уже зацвели. Первым в этом году стал бадан Бидемайер с очень крупными розовыми цветками. Вот уже бутоны. А это замечательный голубой сорт мускаря армянского Валери Финес. Очень красивый. Небесно-голубой. Тепло распустились уже листья стюарти китайской из ее атласных почек. Теперь это просто зеленые листья. И готовится цвести калина складчатая розиум. Пурпурные листья, розовые цветки. Вот так по весне выглядят листья безвременника осеннего. Весной у него отрастают листья, потом они засыхают, летом период покоя. А осенью появляются цветки, похожие на крокс, но больше, а листьев уже нет. Уже заложил бутоны лук Кристофа. Ему очень нравится в моем гравийном саду, дает обильный самосев. До сих пор цветет тюльпан Грейга Калипса. Здесь он немножко в тенечке сидит, может, поэтому еще не отцвел. Во всех остальных местах уже отцвел. Рядом мой любимый белый нарцисс Талия со склоненными цветками. Ну и, конечно, синие россыпи мускаря армянского. Ну а морозники уже позеленели. Все, причем и пурпурные, и белые, и уже закладывают семена. Хочу показать еще декоративную молодую листву клопогона. Это пурпурный сорт Джеймс Комптон. Вот он по весне пурпурный, таким пурпурным же и останется. Ну, в принципе, уже красив, когда показывается из земли. Это Вероникастум Fascination. Вот только-только показался из земли. У него такие красивые красноватые побеги, которые довольно быстро растут и довольно быстро зеленеют. Сейчас я вам покажу другой сорт, Бразиа. И у него побег уже побольше, потому что он на солнышке сидит, и зеленый. Вот, собственно говоря, сорт Бразиа. Побеги уже раза в 4 больше. И от пурпурного оттенка остался только намек. Листья на багрянике японском уже совсем распустились, а это значит, что весна пришла бесповоротно. Очень красивое растение, очень красивое дерево. Нравится мне безумно. Сизую листву и серо-буромалиновые побеги василисника Эллен я вам уже показывал, но не грех повториться, потому что действительно красиво. Лук Summer Drummer, который вылез у меня из земли в ноябре и под укрытиями таки сумел перезимовать, пустился в рост. Интересно, что получится и как и когда будет цвести. Сейчас уже высота 50 сантиметров. Это высокий лук, по 2 метра. А рядом уже лук черный или лук афатунский, не помню. В общем, какой-то из луков, белый или фиолетовый, уже стоит в бутонах. Набрали цвет уже бутоны тюльпана Queen of Night.
Рядом сидит пересворт. Пусть сидит, я его не выкапываю. 12 лет уже растут на одном месте. Были посажены вместе с калипсо в один и тот же год. А между барбарисом Orange Rocket и клематисом Диамантино, который здесь уже в крупных бутонах, сидит тюльпан поздний. Сегодня, к сожалению, не солнечный день, поэтому цветки не раскрылись. Здесь вот тюльпан поздний попал в эхинацею. Наверное, сам посеялся. Уже массово цветет абриета. Колышется на ветру миниатюрный нацисс Golden Bells. Уже вышли из земли практически все хосты. Вот это Джун. А вот этот ярко-желтый злак — это бор развесистый Ауреум. Очень-очень яркий весной. Позже он зеленеет. Ну и не могу не отметить разрез на корончатый нарцисс Ванила Пич. Цветет у меня каждый год прекрасно. Вот такой у него абрикосово-персиковый центр и белые лепестки. Моя любимая синяя примула первый раз зацвела, кажется, в феврале. А сейчас в нее должно наступить основное цветение. Совершенно незаметно за мускари спрятался прострел. Вот он уже вышел, пушистые листья, скоро зацветет. А в целом сад сейчас выглядит так. Спасибо за внимание.